должны, рублем должны. Вопрос только, кто должен платить. Будущий работодатель или сам гастарбайтер? Кстати говоря, тут очень интересно. Я писал какую-то статью и решил посмотреть, как же правильно слово пишется гастарбайтер, чтобы в нем не сделать ошибки, потому что компьютер мне не выдавал правильное написание. И я внедрился в орфографические словари, которые выпущены в 2000 году. Я не нашел слово гастарбайтер, да? Какое-то новое понятие, внедренное в нашу российскую лексику. И я думаю, все-таки надо, конечно, рублем страховать возможность нахождения или правильное поведение гастарбайтера в России. Это, кстати говоря, относится к тому вопросу, который вы мне задавали по сложным отношениям, как между этническим, так и с теми, кто приезжает в те или иные муниципальные подразделения, приезжает на муниципальные территории России и вызывает какой-то межчеловеческий конфликт. Может быть, это тоже будет страховать от этих конфликтов?